вездесіль я, не раз побувавши во льдах, уключен потертый оскал, и лапки на серых бортах, и весла для нас, разбитых ладони мытье, консервов недельный запас, и гнус, а за ним комарье. Год нагруженный ял, где солнце немеркнущий глаз, где берег из сотен искал, и ветры не жалуют нас, и все-таки это мое, и все-таки это для нас. Идем не за длинным рублем, не ради возвышенных фраз, здесь надо преодолеть, бороться не отступить, и твердо стоять на земле, и заданным курсом проплыть, пройти, оставляя свой след, а не выжженный лес. Нам жить еще тысячи лет, уйти, оставаясь здесь. И пусть в пенсионной дали уют, санаторный покой, нам северной этой земли не будет хватать порой, где надо преодолеть и твердо стоять на земле, где мы оставляли свой след, а не выжженный лес, свой след, а не выжженный лес. Для нас прозвучала песня петербургского автора Дмитрия Лимонова. Ее исполнял Владимир Елисеев. Я по сложившейся уже сегодня традиции продолжаю рассказывать про бард-календарь, ибо 20 декабря, в воскресенье, мы приглашаем на сольный концерт Владимира Елисеева в кафе «Банклан» на Клонежке 27. Памятки лежат. Берите, пожалуйста.